27 июня 2023 года приговором Истринского городского суда Московской области осужден 32-летний житель города Дедовск Аркелян Андраник Варданович, обвиняемый в совершении причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего при следующих обстоятельствах. Судом установлено, что Аракелян 21 февраля 2023 года, находясь по адресу Московская область, городской округ Истра, город Дедовск, улица 1 Волоколамская, дом 76А, в ходе конфликта со своим знакомым Маиляном 73 года рождения, внезапно возникшим на почве личных неприязненных отношений, имея умысел на причинение тяжкого вреда здоровью последнему и желая этого, подверг Маиляна избиению, в ходе которого нанес не менее 29 ударов руками в различные области головы, шеи, туловища и конечностей, в результате которых потерпевший причинены закрытая черепно-мозговая травма, кровопотеки и ссадины. Смерть Маиляна наступила от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга. Суд приговорил Аракеляна к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил. Государственное обвинение в суде поддержано прокурором Московской области Забатуриным Сергеем Владимировичем.